будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, лучше вы там. Счастливо. Очень сильно был обрадован тем, что манты сделаны так, как они должны быть сделаны. То есть мясо не через мясорубку, а рублено мелкими кусочками, лук. Таких мантов я не ел уж очень давно. Несколько лет. 10 лет, может быть 10, даже больше. Номер в гостинице, значит, двухместный номер, вернее, этот двухместный номер 3000 рублей, но сопоставим с одноместным номером в гостинице «Океана» в Магадане. Территория мелкой гальки, щебенка, гравий, ну, асфальта на трассе почти нет, так что ничего удивительного, что территория не заасфальтирована, но грязи или слякоти, как в других местах, тут нет. Хорошее место. Очень много приезжает посетителей, в частности, дальнобойщики тут ночуют. Останавливаются на привал. Запишите координаты этого места. Это поселок Усть-Нера между
между Магаданом и Иркутском на полпути. То есть 1000 километров к Магадану, 1000 километров к Иркутску. При движении на сторону Магадана гостиница находится с правой стороны, недалеко до заправки. Еще раз рекомендую, гостиница, номера телефонов вы видите на экране, на видео. Хорошее место для отдыха, ночевки, привала. Есть гостиница, как сказал я уже, буфет, кухня, готовят вкусно. Ну а я еду на заправку. Погода сегодня пасмурная. Не будет того яркого солнца, бьющего в глаза. Надеюсь. Но надеюсь, и не будет слякоти.
один, это есть хорошо. Бак, надеюсь, полный. Пробег 0 километров, 9 минут, как запущен двигатель. Ну, поехали, с Богом. Пусть мира.
решили пройти очень красивый перевал. Страшновато. Но очень красиво. Здесь проживают два великолепных парня. Иван и Григорий, два брата, которые оказали мне невероятную помощь, когда было пробито колесо. Но я с вами еще свяжусь, ребят. Смотрел вчера на видео, снятое на боковую камеру. Ну, это Сильвер Стоун. Но она не предназначена для съемки на подвижении. Качество не очень, поэтому сегодня везу съемку только на Rodentacam и на Trend Vision. Спасибо этому дому. Я имею в виду стоянки. Двигаемся дальше. Thank you.
если пройдем километров 300, это будет уже хорошо. Thank you.
Гирка, Энди Гирка. Вот она какая широкая.
Река Хутор, я врачей Хутор.
еще один грузовичок догоняет. Пропущу его. Плюс. Ну, теперь можно потихоньку за ними. Это Юрях. Вообще, это Юрях. Это якутский язык. Ох ты, Господи, Боже мой. Thank you.
экрана намного получше. Здесь вообще. Thank you.
боковое стекло. Боковые окна.